Сериал «Наша история», который является ремейком популярного американского проекта «Бесстыжие», был одним из самых стабильных и востребованных проектов в турецком телеэфире на протяжении последних 2 лет. Ранее сообщалось о том, что сериал сделает финал 30 мая на 72-й серии. Однако, как стало известно, дата финала была перенесена с 3 мая на 16 мая. Сейчас снимаются 2 последние серии. Разумеется, в соцсетях немедленно возникли вопросы о причинах такого решения. По сообщению известной журналистки Берсен Алтунташ, решение завершить сериал «Наша история» досрочно связано с особыми обстоятельствами исполнительницы главной роли Хазал Кая. Это будет самый длинный сериал актрисы – 70 серий. Напомним, что в сериале «Я назвала ее Фериха» Хазал снималась в 67 сериях. Похоже, слухи о том, что Хазал находится на 2-м месяце беременности, подтверждаются. Впрочем, зрители задаются резонным вопросом. Почему беременность актрисы создает проблемы? Ведь ее персонаж в сериале тоже находится в положении. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.